Сегодня в 8 утра в Ульяновской области, так же как и по всей стране, стартовал единый день голосования. 986 избирательных участков будут открыты до 8 вечера, чтобы принять более миллиона ульяновцев, имеющих право голоса. На территории нашей области проходят не только так называемые большие выборы, выбор депутатов Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва, но и выборы главы региона, а также до выборов законодательное собрание и муниципальные представительские органы власти. Отметим, что наибольшее количество бюллетеней, 5, получат жители Сурского района, которым предстоит участвовать в выборах всех уровней. Время достаточно много еще до 8 часов вечера, да, я думаю, что, может быть, и нет необходимости еще раз агитировать людей, потому что все, кто имеет желание прийти, уже идет. Я только что сейчас проехал, посмотрел ряд избирательных участков, и мне было приятно видеть о том, что идут семьи. Приятно было видеть, что люди идут с хорошим настроением. Да и смотрите, сама погода, природа делает для нас шикарный подарок. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, было очень холодно и очень неуютно, а сегодня с утра прошел дождик. Как вы знаете, у нас, у нашего великого народа, это хороший знак. А сейчас солнце, поэтому искренне надеюсь о том, что земляки придут и поддержат тех кандидатов, за кого они определились. Сам Сергей Морозов проголосовал в 10 часов 5 минут на избирательном участке номер 3901 в Доме культуры села Карлинское. Я хотел бы, знаете, вот искренне поблагодарить президента за то решение, которое состоялось, когда вот нам, губернаторам, дали возможность раз в 5 лет проходить через всенародные выборы. Я проходил через эти выборы в 2004 году и считаю о том, что это хорошая возможность нам всем сличить свой курс, региональный курс, не только с политикой президента, но и с теми чаяниями народа, за жизнь которого мы отвечаем. Поэтому я думаю, что это, вот, наверное, одна из главных особенностей. А вторая особенность, я еще раз подтверждаю, что выборы были подготовлены максимально открыто в Ульяновской области и стерильно чисто. На момент приезда главы региона жители Карлинского были довольно активны. И Сергею Морозову пришлось даже отстоять небольшую очередь, чтобы опустить свои бюллетени в урну. Я на выборы всегда хожу. Каждый год, вот у нас последнее время выборы, я каждый год хожу, и настроение хорошее, воскресное. А почему? А вы считаете, ну, будущее, что на выборы... Видите, вот у меня вот внучечка, вот ее будущее. Если вы смотрите этот ролик и еще не решили, идти ли вам на голосование, подумайте хорошенько и все-таки сделайте свой выбор. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.